На протяжении 3 дней ивановцы смогут изучить и рассмотреть все премудрости языка танца. Стартовал 9-й конкурс студентов хореографических отделений колледжей и училищ культуры под названием «Дебют». Такое мероприятие проводится раз в 3 года. Студенты со всех концов России собрались в центре текстильного края, чтобы показать, на что они способны. Более того, в этом году конкурс приобрел статус международного, так как в Иваново со своей конкурсной программой приехали студенты Пинского государственного колледжа искусств из Республики Беларусь. Танцоры будут соревноваться в 3 номинациях – классические и народные танцы, и композиция, и постановка. Этот конкурс является уникальным с точки зрения того, что нигде в России больше, ни в одном учреждении такой конкурс не проводится. Поэтому география очень обширная. Здесь и Республика Адыгея, и Астрахань, и Нижегородская область, и Центральная Россия, то есть и Республика Мариэл. Ивановская земля представлена студентами Ивановского колледжа культуры, которые участвуют во всех номинациях. Я надеюсь, что они покажут себя с лучшей стороны.